Контроль на связи. Доложите обстановку в Стайвисенте. Обсудим Хэллоуин, народ. Детишкам нравится наряжаться в ковбоев, балерин или космонавтов и просить угощений. И пусть. Отвратительно то, что взрослые позволяют себе прославлять таких, как Человек-паук, одеваясь в их костюмы в наши непростые... Знаю, что сделал за вас всю работу, но мне не нужна оплата. Я энтузиаст. Отряды Соболя, доложите обстановку в японском квартале. Блокпост Дельта подвергся обстрелу. Человек-паук! Человек-паук, нужна помощь. Мой сосед пропал после той вечеринки. Так, имя? Где видели в последний раз? Его зовут Карлос. Я провел поиск распознавания лиц в соцсетях. Вот, сейчас скину результат. Отлично. Как тебя зовут? Филипп Чанг. Ладно, Филипп, я найду Карлоса. Услышишь что-нибудь о других пропавших, сообщи мне. Так, надо выяснить, что за место на снимке. Вижу статую свободы. Значит, это сильно южнее. Далеко от университета. Может быть, финансовый квартал. Филипп, я собираюсь туда, где был сделан снимок. Насколько он свежий? Сделан полчаса назад. Неплохая эвристика. Алгоритм распознавания сам писал? Да, это мой дипломный проект. Надеюсь, поможет мне найти работу. Если все получится, рассчитывай на мою рекомендацию. Надо поискать к югу от университета. Явно южнее университета. Похоже на финансовый квартал. Thank you.
Все знают, что родители разбились на самолете, но я никому не говорю, что они были спецагентами. Я так мало о них знаю, и спросить не у кого. Если на снимке видна статуя, значит, это где-то на юге острова. Боже, это то самое место. Эти студенты ведут себя так же, как на вечеринке. Похоже, Ли их исказил. Надо срочно заканчивать. Последний. Что это было? Все было в порядке, а потом раз и бешеная злость. Все как в тумане. Все позади. Хотя советую пока поменьше сидеть в интернете. Супергеройство оставляет мало времени на гигиену, но без нее нельзя. Народ, вы, конечно, уже слышали о беспорядках в университете Empire State. Вот только на этот раз речь не о переборе с алкоголем и не о незрелых умах, отечавших от гормонов. Власти держат произошедшее в тайне. Но, по моим данным, демоны чем-то накачали студентов, превратив их в смертоносные машины ярости.
Что же стало с нашим городом, леди и джентльмены? Что нам приходится бояться собственных детей, соседей, жен и мужей? Будьте бдительны, будьте начеку. И ждите беды даже от баристы с модной стрижкой, готовящего вам обезжиренный латте. Или станете жертвой! Всем постам, нападение на инкассаторскую машину. Нужно подкрепление в Хадсонтаун. Эти темы... Господа, банкоматы работают не так. А это даже не банкомат. Пока я здесь, нужно осмотреть передатчик. Повторяю одну и ту же ошибку. Нельзя верить Норману Осборну. Неважно, как это может навредить другому человеку. Ради прибыли Норман пойдет на все. С меня хватит. Если я с ним разберусь, то он сможет следить за грузами надгробия. Должно сработать. Сейчас испытаем.
Нужно следить за сигналом. Он приведет к грузу, который везет надгробие. Надгробие. Сколько же от него проблем? Толстая кожа плюс нулевая мораль. Все плохо. Надеюсь, торговля краденым – худшее из его занятий. Вот, та машина. Решили покататься? Черт, это Человек-паук! Вызывай подмогу! Аугни напротив пушек! Ставлю на пушки! О, господи, тут вся банда. Банда устранена. Посмотрим, что в грузовике. А, контейнеры для химикатов. Но чистые. Похоже, они с завода Алхимакс в Гарлеме. Но что в них было? И этот звук означает, что наш раунд завершен. Нужно зайти на Алхимакс и узнать, что было в этих бочках. Надгробие что-то задумал. Возможно, незаконное и точно опасное. Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Голубь Говарда. Погоня начинается. Есть тонкая грань между сторонниками теории заговора и экспертами-аналитиками. Я перешел эту грань. Я уверен, что все эти атаки демонов на Скорб и Нормана Осборна связаны между собой. Мотивы? Сумасшедшим не нужны мотивы. Но я подозреваю, что они не случайно напали и на столб нашего делового сообщества, и на главу городского правительства. Сама суть нашего образа жизни под угрозой, как я и предупреждал. И если вы слушали меня, то вы подготовились. А если нет, я за вас помолюсь.
Отлично. Я и забыл, как люблю фотографию. Стервятник чуть не ослепил меня, сломав одну из линз. Урок был усвоен. Теперь я сделал их прочнее. Эй, я опоздал. Доброе утро или вечер? А, неважно. Так, среднее значение 2 или нет, это слишком. Проверишь нейросенсор? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Это оно, Питер. Наш прорыв. Этот нейронный интерфейс прославит Octavius Industries. Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками. Может, прогоним тесты, док? Все работает. Никаких проблем не было, Питер. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Отлично. Ладно, что дальше? Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Закончил. Отношение сигнал-шум не то.
Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Это почти что успех. Это почти что невероятно! Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий, гениально. Ради этого я готов на риски.
Мы справимся. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Спасибо тебе, Питер. Не знаю, что бы я без тебя делал. Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Эй! Первая версия моих эжекторов. С тех пор я значительно увеличил количество зарядов, но принцип все тот же. Расскажет о проблеме, которую я предвидел. Вы в эфире. Выхожу я, значит, вчера из душа, выглядываю в окно, и что же я вижу? Человек-паук пролетает мимо, как будто у себя дома. А я же голая. Очень сочувствую вам, мэм. И вообще, что за извращенный ум захочет одеваться в подобный костюм? И не начал ли он уже подглядывать за нами в наших домах? Народ, ему не важно, живете ли вы на первом этаже или на третьем. Ты чё тут забыл? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Чё? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка? Больно? Человек-паук! Замечательный Человек-паук! Великолепный Человек-паук! Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец, но пусть в другой раз драться будут профи, окей? А что, если их не будет рядом? Ну, нельзя ж просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно. Я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с Ирина на Бруклинском мосту? Это было здорово. Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала... Не дай адреналину тобой завладеть.
Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да, да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет, нет. Порядок. Продолжай так же, и все получится. Ладно, урок закончен. Мне пора. Эй, класс, спасибо. Обращайся. Я врезал Человеку-пауку. До приюта несколько шагов. Эй, Майлз, как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти? Показал наше приложение для взлома? Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. А, давай, пока. Фермерский рынок. Тут можно срезать. Черт. Надеюсь, все в порядке. Проходите, проходите. Не снимать, тут не на что смотреть. Нет, но если... А как ты сейчас скажешь? Меньше туристов. Это меняет ситуацию. Как тебе Декаданс Спа? А приложение для взлома еще работает? О-о. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Знаете кого-нибудь по имени Мартин Ли? Эй, да это проще простого. Системы Соболи удивительно не защищены. Пошлю-ка я им анонимное сообщение. Не стоит мне им попадаться. Ладно, приложение для взлома. Действуй. Ладно. Мне пора.
Не стоит мне им попадаться. Ладно, приложение для взлома. Ладно, действуй. Мне пора. Так, посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Вы врете, у нас есть видео. Дыши ровно. Ты его отвлечешь. Может, и правда отпустишь? Видишь что-нибудь? Черт! Тут куча битого стекла. Это переулки Нью-Йорка. На что ты рассчитывал? Что тут будет чище? Мои преданные слушатели, я получаю много звонков об этом отряде Global International, который помогает полиции расследовать взрывы в ратуше. У меня на линии Кен с парой мыслей. Кен, вы в эфире шоу Джей Джона Джеймса. Давай. Контроль. В квадрате чисто. В квадрате чисто. Мои преданные слушатели, я получаю много звонков об этом отряде Global International. В этих штуках есть оружие? Нужна осторожность. Давай. Меня тут нет. Я невидимка. Есть оружие? Нужна осторожность. Много продажных полицейских были арестованы вместе с иском. Мы пока не знаем, но уверены, речь идет о сотнях. Давай. Меня тут нет. Я невидимка. Ну все. Вырвался. Вот же ж... Привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта Пир? А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю. Мы со всем справимся, да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой.
лица демонов. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Майлз, Пит, прости, что опоздал. Нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. А, не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Правда? Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! Вот чертов хлам! А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят ЛТ в школе, я знаю, что делать, если они... что? Не, надо просто треснуть, как следует. И заработай! Или это просто кабель отошел. Ну да. Будь так добр, мистер Всезнайка. Ну, вперед! Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок! У меня пусто. Герой! Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни! Смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Да. Спасибо. Эй, парень. Жаль твоего отца. Идем, Майлз. Посмотрим, не нужна ли тете помощь на кухне. Эй, Мэй. Мне пора бежать, но... Я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер. Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Боюсь, у нас устаревшие компьютеры. Не страшно. Питер, будь осторожен. Майлз сказал, что патрули Соболя настроены очень серьезно. Пит, мне нравится парень, которого ты привел. Похож на тебя. Айлин, как там дела с дочерью? Поздно. Я ошибалась, когда растила ее. О таком не забыть. Эй, Юрий, я двинусь в бал. Лэри, хочу убедиться, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно, 50/50. Ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Это Бауэр. Всем постам ведется преследование нескольких машин. Всем машинам в наличии.
готовы, доктор Майклс? Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Это что за хрень? Здравствуйте, доктор. Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик, или танк, или что там. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машинах. Он придет и покарает всех грешников! Извиняюсь! Ли! Отдай его! Ah!
доложи обстановку. Ты задержал лифт? Работаю над этим! Ты кричал? Но этот паук довольно умел. Быстрее! На таран! Я разберусь! Что со мной происходит? Начинается новая жизнь. Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше, но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску! Стань одним из нас! Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне! О. Все души, потерянные тобой! Все невинные жертвы, которых ты не спас! Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборна. У тебя много силы, а я могу дать тебе волю. Их тела валялись в канавах, а ты ничего не сделал. Я не могу спасти всех! Что значит обнажка? Дело просто. Одна жизнь за целый город тут. Ты защищаешь Осборна, пока он сидит в башне и слоновой кости? Не может быть! Покажи свою истинную силу! Я сорву с тебя маску и открою твое истинное лицо. Деньги дали мне клятву, а я отдаю. Маска! Я должен уничтожить маску! Я не брошу вас во тьме, Мартин! Я сломаю тебя и уничтожу твою личность. Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Я!
Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Человек-паук? Алло? Работает? Доктор Майклс? Как это понимать? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай, дыхание дьявола наверняка применит в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится, как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола – личный проект Нормана. Он одержимым не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. Если город узнает о перевыбор... Я знаю, что ты взламываешь наши вышки системы слежения. Это не я. А в смысле, какие вышки? Я не против. Мне нужна твоя помощь. Мне кажется, кто-то глушит сигнал, используя несколько генераторов помех, чтобы перекрыть все частоты. Займешься этим? А я тогда никому не скажу, что ты нас взламываешь. Я бы назвал это обменом, но ладно. Я могу засечь сигнал этих глушилок. Надо только заскочить в деловой район и поискать сигнал. Надо ориентироваться на сигнал. Глушилки будут эффективны только на крышах высоток. Чем ближе я к глушилке, тем сильнее будет сигнал. Люди Фиска. Смотрите, я в шоке. Вырублю генератор помех. Делают все тяп-ляп. Я устранил источник помех. Есть эффект? Нет, но, как я и сказала, их, возможно, несколько. Логично. Я их найду. Понять бы, почему система вообще вырубилась. Тоже люди Фиска постарались. Они решили тут потусоваться, а меня не позвали. Не бойтесь его!
Я могу засечь сигнал этих глушилок. Надо только заскочить в деловой район и поискать сигнал. Надо ориентироваться на сигнал. О, они решили тут потусоваться, а меня не позвали. Избавимся от глушилки. Иногда вандализм — это правильно. А еще весело. Сработало, Человек-паук. Я принимаю слабый сигнал. С помехами, но я разобрала что-то вроде Фиск и костюмы. Фиск был главарем, но промышлял он не поддельной одеждой. Чем быстрее система заработает, тем быстрее мы узнаем, что они задумали. Осталось последнее. Какие высотки в этом районе, я еще не осмотрел. Нашел. Теперь надо сломать глушилку. Все, это последнее. Система должна заработать. Человек-паук, все снова работает. Супер! Что-нибудь еще выяснилось про людей Фиска? Нет, но система сообщает о неавторизированной активности в порту. Высылаю координаты. Я гляну. Надо успеть добраться до доков. Целую армию. Не знаю, что они задумали, но явно ничего хорошего. Надо узнать, для чего им пушки. Мистер Пис всегда на 5 ходов впереди. Пойду-ка брать. Доброй ночи. Мы за эти корочки столько выложим. Должен. Сюда не суются даже. Эй, вон он! Пойду-ка... Не храпи. Стой.
Может, теперь пойму, что происходит. Оружие, форма надзирателей, удостоверение. Они хотели освободить Фиска из тюрьмы. Извините, что спутал вам карты. Береги! Вот она, твоя башка! Рассыпаться! Ну, дальше полиция сама справится. Тут тоже все нормально работает. Спасибо, что помог восстановить систему. Я никому не скажу, что ты к ней подключаешься. Но если тебя застукают, уж извини. Я не понимаю, о чем вы говорите. Простите, мне еще нужно поудалять с серверов все мои селфи. Это я. Так вот, я говорю. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок.